Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Может. А это смотря что надо. Ну да, я достану. Хорошо, завтра подвезу. Да, на том же самом месте, давай. Телевизор. Что за херня-то? Заноза в заднице.
Чего вылупилась? Катись отсюда нахер! Катись отсюда нахер! Вернусь к работе. Кара! Да, тот. Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? Тебе скучно. Хочешь, поиграем? Любишь здесь играть?
Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психую. Простите, Тодд. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, Тодд. А ну прекрати сейчас же! Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом.
новости спорта. Начнем с баскетбола. Решающий матч детройтских машин с командой Дендера пройдет сегодня на арене Киберлайн. А тем временем в лиге вовсю идут обсуждения, допустить ли в каждую команду по одному андроиду. Главный вопрос: такое нововведение просто сделает игру более зрелищной или станет первым шагом к вытеснению людей из спорта? Компания Киберлайф предлагает разрешить это в порядке эксперимента и готова предоставить специально созданные прототипы. Андроиды используются для ведения тренировок и тактических подсказок тренерам команд с 35-го года, но на поле еще ни один андроид не допускался. Пока. Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент в очередной раз высоко оценила роль компании в бурном росте экономики нашей страны. Также она объявила, что Министерство обороны закупит 200 тысяч боевых андроидов в рамках сегодняшнего курса на укрепление обороны. Дороги. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Алиса в стране чудес. Конечно.
Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? А где твоя мама? Когда она придет? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивая. А почему такое? Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Мне это важно. Чего делаешь? Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь.
Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная, 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй! А что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет-нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье.
Спасибо, Маркус. Телевизор. Российские боевые корабли. И над ледяным полем теперь реет российский флаг. Президент России в обращении к Думе повторил, что Арктика принадлежит России по историческому праву. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Что Соединенные Штаты Америки ни при каких обстоятельствах не допустят этой аннексии. Генеральный секретарь ООН Дуглас Корнуэлл заявил журналистам, что планета еще никогда не была так близка к Третьей мировой войне. Он призвал Россию и Штаты немедленно возобновить мирные переговоры, пока ситуация не вышла из-под контроля. Выключить телевизор. Печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. 5000 лет цивилизации, и мы пришли, куда пришли.
манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Ну, и каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти. А я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй.
Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить. Показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся. Холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет. Нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то что я? Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Thank you.